Привет, друзья! Смотрите, как удалить файл или папку, которые не удаляются по причине защиты от записи, отсутствия доступа, заражения вирусом или открытия файла в неизвестной программе. Вы не можете полностью удалить папку или несколько файлов с компьютера или ноутбука. Windows выдает сообщение об ошибке доступа. Это может происходить по самым разнообразным причинам во время удаления, редактирования или перезаписи файлов. Проверьте возможность записи на устройство, с которого вы хотите удалить файлы. В предыдущем видео мы рассматривали, как снять защиту от записи с различных устройств. Ссылка будет в описании. Если во время удаления вы получаете сообщение «Не удалось найти этот элемент», проверьте расположение этого элемента и повторите попытку. Скорее всего, компьютер заражен вирусом. Вам необходимо загрузиться в безопасном режиме. В описании будет ссылка на это видео. Если причиной блокировки будет вирус, то в большинстве случаев вы сможете удалить файлы без каких-либо дополнительных действий. Если Windows выдает сообщение об отсутствии прав на изменение файлов, загрузитесь под учетной записью администратора компьютера. Если вы не знаете пароль, мы рассматривали, как его можно удалить. Смотрите ссылку в описании. Если Windows выдает сообщение, что файл или папка не может быть удалена, так как открыта в другой программе, запомните название программы и выполните следующее действие. Нажмите Windows плюс R. В окне «Выполнить» введите resmon.exe и нажмите Enter. На вкладке «Обзор» найдите программу, мешающую удалению. Выделите ее правой кнопкой и выберите «Завершить процесс». Повторите это действие, если на вкладке «Обзор» несколько раз будет повторяться имя программы. Попробуйте снова удалить файлы. Если у вас не получилось удалить файлы или папки, задавайте вопросы в комментариях. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, удачи!